нас в гостях еще одна новинка в линейке беспроводных гарнитур от Logitech – наушники H800. Эта модель создана для работы не только с ПК и ноутбуками, а также с планшетами и смартфонами. Узнаем вместе, на что способен этот универсал. Смотрим обзор. В комплект поставки входит кабель и ресивер USB, а также руководство пользователя. Внешне новинка очень стильная и при этом сдержанно строгая. Корпус из высококачественного пластика приятен на ощупь. Производители объединили здесь глянцевое и матовое покрытие. Это не только добавило устройству элегантности, но и сделало его практичным в использовании. Качество сборки заслуживает бурных аплодисментов. Теперь вам не придется долго и нудно распутывать провода. С новой H800 достаточно установить USB-ресивер в лэптоп и все. Наслаждайтесь любимой музыкой в радиусе 12 метров. Со встроенным Bluetooth-модулем вы легко подключитесь к своему смартфону. Достаточно просто настроить соответствующий режим. Для максимально комфортного использования на правом наушнике поместили целый набор органов управления. Здесь и регулировка громкости, и переключение треков, и прием звонков, и управление микрофоном. Там же находится и USB-порт для зарядки. Лазерная калибровка динамиков и превосходный эквалайзер обеспечат превосходное качество звука. Полностью погрузитесь в любимую музыку, фильм или игру. А при разговорах микрофон с функцией шумоподавления отсеет все лишние звуки. Беспроводная гарнитура H800 – очередная успешная новинка от Logitech. Высокое качество звука и новые технологии здесь объединились с прекрасной и удобной внешностью. Эта модель – настоящий подарок для заядлых меломанов, требовательных геймеров и даже критичных киноманов.